Отгремел Славянский базар в Витебске. За фестивальную неделю в городе на Западной Двине прошло более 200 мероприятий. Среди них яркими и запоминающимися стали Дни молодежи. Жители Пинщины приняли участие в одном из конкурсов, организованном БРСМ. Кому удалось блеснуть талантом и как оценили творчество пинчан зрители, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Возможность побывать в Витебске в дни Славянского базара, когда город жил в особой, ни с чем не сравнимой и непередаваемой атмосфере Славянского базара, выпала троим пинчанам. Первому секретарю Пинского райкома БРСМ Артему Шикеле, а также творческому дуэту в составе Михаила Гулько и Дениса Олейника. Они приняли участие в республиканском этапе конкурса «Огонь молодежных талантов». Ездили делегации из всех областей. Из нашей области также делегация посещала. И из каждого региона в делегацию старались выбрать самых талантливых, молодых людей, инициативных, которые хотят проявить себя, в первую очередь, в своем творчестве. Поэтому мы были отобраны Брестом. Пинчане давно занимаются музыкой, исполняют композиции в стиле рэп и в своем городе сразу же завоевали популярность. Однако, как любому коллективу, им хотелось продвижения своего творчества. Ранее мы выступали очень много уже где, и также по всей стране много было концертов. Но потом как-то так сделали паузу на несколько лет и как-то собрались вместе, решили, что надо обратно это все возвращать. Как бы благодаря знакомству вот с представителем БРСМ нашего. Мы выступали, мы закрывали программу, то есть выступали самые последние. Адреналина было очень много, очень классно. Сцена располагалась в университете имени Машерова. Эмоций просто, ну, словами не описать это все, прям, как это было классно. Было очень много достойных исполнителей, на самом деле, вокалистов. Как таково в жанре речитатива выступали только мы одни. На память о своем выступлении у пинчан останется статуэтка фестиваля «Огонь молодежных талантов» и именные дипломы за подписью первого секретаря ЦК БРСМ. Надо сказать, что на фестивале ребята исполняли патриотическую композицию, и это первый их опыт написания подобного рода произведений. Как продолжали делать музыку, так и будем продолжать это делать. Даже не могу сказать, когда это закончится, наверное, никогда. И как бы очень готовы всегда поддержать город, выступать на любой площадке различных. Откликайтесь на все вот эти вот организации, ну, на движение БРСМ. Потому что сейчас организовали просто, ну, шикарное движение, был вообще отличный фестиваль, очень понравилось. И мы, соответственно, тоже будем рады поучаствовать там, увидеться там с вами вообще на всех движениях. Наших пинских площадок, республиканских, областных, вообще на любые, только приглашайте. Я при разговоре с молодежью, когда мы стараемся вовлечь в ряды БРСМ наших молодых ребят, всегда повторяю одно и то же, то, что мы всегда за любое движение, мы всегда рады вам помочь, поспособствовать продвижению. От вас нам необходимо только желание.